Всем привет, ребята, меня зовут Максим, и сегодня мы играем в Gamer Dash Deluxe. Да, мне разрешили немного. Как видите, у меня аккаунт тут есть. Да. И это уже моя вторая попытка записать. Потому что прошлое видео не очень хорошо записалось. О! Да что за фигня? Я вот когда первый раз записывал, тогда та же фигня была. Была, то есть. Хоп! Это что было? Хоп-хоп. Хоп. Да ёшкин, короче. Шапер шифтер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я вспомнил, что это за уровень. Давай супер-нову. Ура, супер-нова! Ребят, тут очень много багов, и этот геймпредер скачивается без родительского контроля, к сожалению. Но у меня он есть, мне просто родители разрешили. Включили его. Короче, супернову мы не будем смотреть. Давайте вычёрт сразу. Да что с тобой? Па-па-пам! Дофигища тут, ребят, багов. Лаптоп их не исправляет. Но о, это супер новый Game 3D, значит, в нем тоже обновления будут выходить. Через 7 лет, наверное. Тоже как мы 2002 ждали. Но вопросик, я знаю, там монетка. Ай, блин, короче. Платформер Adventure. Иди, демон, там нечего смотреть, ребят. И в прошлом ролике, в прошлой попытке записать этот ролик, я, по-моему, не играл в... Что? В этот уровень. Как будто там что-то есть. Ну что? Руки ворос за колезм, признавайся, ты фашист. Стой, стрелять буду. База Шигмапих у нас тут диверсант, который меня съел только что в своей черной какой-то штуке непонятной. Я не знаю, что это за О, эксплорер, ребят. Не настоящий эксплорер. Тут свинков там еще есть. Здравствуйте, это не настоящий эксплорер. Хотел бы, чтобы это было настоящий эксплорер. И так достаточно, потому что эти уровни сложные. Ну, обновления в этом геймпредерсе, наверное, мы недолго будем ждать, потому что уровни это сами по себе шорты, такие легкие. Поставьте лайк, кто играет в этот геометрический. Да что с этим кораблем? Это недоработанная 2.2, ребят.
Почему эту 2.2 не доработали? Я хотел бы, чтобы разработчик повторил это видео и исправил этот геометрий диаз. Что? Свим! Говнонкер, Кристал Клоудс. Да это говно, да. Тоже. Но этот геометрий даже сам по себе легкий. Сам по себе этот геометрий даже легкий. Надо практику всех уровней пройти. Так, давайте сейчас практику включим. Это так легко? Это так легко? Вы видите, насколько это легко? Мне дается. Вы просто видите, насколько легко это мне дается? Практика уровней. Ой, шо? Ой, шо? Ой, шо? Ой, шо? Что с этими багами? Рофтоп, пофикс, пожалуйста, эти баги. Я тебя прошу. Ой, юфо. А это уже не шорт уровень. Там монетка. Да что с тобой? Не так! Что в этом геометрии Дэша происходит? А, да! А ты что, перевернутый свинкоптер? Ну немного я вам скажу, физика меняется. Ой, маленький свинкоптер! Вы что, угадаете? Фунтакер. Дальше супер новую будем практики проходить. Тай инсиди ме. Ме. А вот это уже нифига не легкий уровень. А, хотя легкий, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты чё так быстро? Да вы задолбали с этими грёбаными багами. Я не могу с этими багами играть. Мазафак. Ты мафака. Мазафака.
Мазафака, я нажал! Ватафака, я нажал! Ватафака! Сколько же недоработок в этой игре? Ля-ля-ля-ля. А так! Что тут все так непонятно? Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю. Что-то все непонятно в этом геометридеш. Двойной свинком-то! Офигели. И состав. И давайте соберем на этом видео. Ты... Ладно, не будем собирать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Жмите колокольчик. И всем бай-бай. Бай-бай. Всем пока.